замечательно. Близко особо не подходим, потому что там, как я выяснил уже на собственном примере, эти шипики ранят. Блях, мух. Ублюдки. Напугали. Так, что с ним можно сделать? А, лучше пока я не буду думать. Лучше пока месить просто. За родину. Нет. Ладно. Не удалось ему меня поймать. Возрадуемся. Красный, поправим здоровье. Так, растянуть ему. Хорошо сделали. Так. Сколько его месить-то на... Ах ты, фак! О, нет. Слушайте, как их много. Я в таком небольшом, узком очень пространстве. Хороший прием вот этот. Буду всегда его использовать. Опять схватил, гад. То есть, если здесь получается, что если один прием очень долго используешь, они как-то все равно могут тебя... Yes, сейчас здоровец поправим. И нужно оттуда прямо из этой кучи убираться. А, вот руки я ему оторвал. Можно было, по идее, использовать. Ну, как мне их отвлечь на себя? Так, еще здоровье может поправить. Сейчас так и сделаем. Голову отрываем. Голову его, наверное... А, нет, туловище полностью. Так, супер. А вот еще у нас один красный. Ну, отлично. Сейчас здоровье у нас полностью восстановится. Так. Два осталось, да, у нас? Клево. И все. Давай, малыш, иди сюда. Даже не будем тратить время на отрывание вот это демонстративное, на демонстративную казнь. Потому что у нас и так все по максимуму сейчас. Так, супер. Где мы? Так, фотку ищем, фоточку. Фак, ненавижу этого синего. Ублюдок. Вы смотрите, что он делает. Бляха-муха, так он еще меня порезал. Почикал. Он меня сейчас вообще кончит. Хватаем его. Yes, расплющили его. Так. Надо изучить помещение здесь, да? Какой-то мишка. Или собака это вообще? Да, это собака. Перепутал. Так, здесь дверь заколочена. Почему здесь нельзя пройти? Как их тут много. Я обожаю такое скопление. Сейчас кровушки пособираем. Неплохо, неплохо. Так, может здесь, где-то среди листочков этих... Непонятно, что он там бормочет. А, вот, все, теперь можно далее пройти. Круто. Нам, правда, кровяной градусник бы... Пугали как, а? Хорошая вертушка была с одного удара. Опять синие чертовы деревья. Так, надо вот этого схватить. Все, расплющили, ну слава богу. Одной проблемой меньше. А, кстати, где забавная музыка? Почему они ее не включают? Вроде так веселее будет. Хм. Очень интересно. Так, опять эти... Наши дефолтные монстры. А, даже один.
Так. Один, да? Ну все, сейчас смело его замочим. Ну. Ну долго ты. Так, надо взять у него здоровье. Что мы сейчас и сделаем. Неплохо. Текс. Нельзя пройти. Почему? А, вот и куча сворот целая, да? Так, ну давайте. Кстати, почему бы, да, вот, не подкрепиться бы нам. Так, этого размозжили там по стенке. А этот? Еще живой. На всякий случай отойдем. А вот теперь его прикончим. Так, теперь твой шанс. Ага, какой там шанс. Видели, сколько их здесь? Синего хватаем. Давай, все. Теперь можно спокойненько с этими разобраться. Много их, однако. Не кажется ли вам, друзья, так же, как и мне? Кровавая баня просто. Клево, 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 клево успели. Полностью надо просто здоровье восстановить. Чтобы не было никаких сюрпризов. Так, сколько у нас осталось? Три, да? Два. Один. А, все, ничего не осталось. Ну что, все, нет. Потому что сколько ж можно. Теперь все. Так, там какие-то хлопающие двери, меня вообще напрягают. Опять синие, только... Фух, пронесло. Опа. Что это за бред был? Так. Ах. А-а-а-а! Попался, попался. Вперед. Чекпоинт. Ну раз чекпоинт, значит вперед. Так. Что нам предстоит здесь? Ой, куколка какая-то. Мама. Куда он всех засасывает? О май гад. Ничего себе, она смастерила себе новую оболочку. Это чё ещё за такой зверобой? Бляху. А мебель еще кидается. Поглядите-ка. Ах, ты попал, да, в него прям? Эх. Стул, но неприятно. Так, ну что? На, наш первый, наверное, мини-босс, да? Что он делает? Так. Не может быть. Блин, как его задолбить? Я чуть не понял.
Наверное, в эту штуку. Да, по всей видимости. Вот ублюдок. Ну еще, сейчас мы его загасим. Блин, как же я мог в него попасть? Да ёмало, палы. А если я между ног у него? Да, не получается. А почему не получается? Получается все. Причем неплохо получается. И снова сзади. Просто обходим его и все. Ага. 3×5, блин. Попал ты в меня. В ногу будем бить ему. Фак. Да что ж такое-то, а? Бля, почему он меня достает? Своими... Оу, е. Но ноге зубы видели у него? Достал меня. Урод. А-а-а. Так. Чуть-чуть осталось, да? Все, он красно мигает. Пора брать. А, не мигает. Что происходит-то? А-а-а! Все, я, то есть, почти Унар победил. Так, что здесь надо сейчас делать с ним далее? Потому что пока он еще вроде как живой. Так, смотрим, наблюдаем. Что сейчас произойдет?